Ир бұлзан, пұшланач және бұрнаш, хавасла, илемля, аван. Кашны гун, ирхи шидезе етре, чевашин наци телевидение, тюре ференже, ир бұлзан кыларым. Ольга Элиме. Дмитрий Вериялов. Ирбе ирех сире вранма бұлышыш. Хавас камылдуем парнелеш. Кашны ир уйхран тарле вранар. Шена ирагуна тарле бұшвар. Ир будар хакво граганзем, юдашсем, чаваш ен наци телевидение интюре эфиринже ир булзан кваром, сырын бебрле паянебе, Дмитрий Вериялов, сывах сунады псыре пурнеде. Сывах перге кавашрамар булзан, урамра шандалок ожатры анжахта шагымбек, шандалок вол хоружа. Ожатрадезе, шишсе жреме бушва пребер вара сыварех тоганат порда, чирлезе гайма шагымбек вара хорушвух порхош перезем вара сыхванай марыш, чирлезе гайрыш. Хаква гураганзем, езыр сывы бластезен мэн давадар. Мэле мельзен бю узагурадыр езыр тенезыр, закаляться давадыр тенезыр, витаминзем жедыр, бье езыр спорт енебе, спорт ханахтара зэм дама тражадыр сывы бластезен. Шагамберги пирам вконтакте сайт 3, ушкан раш верзах варга таргашан. Шагамбек, я бала замберги, мэн бе, мэн ле езыр сывы бума тражадыр. Шагандах шаг ушкан рах пирам вконтакте за трюшку нрах, я здесь всегда говорю, могу дарадр хаваран сава морзане, и удаж сэм вали, таван зэм вали, щурал на гуня джибе, и та там лебу на уроку я в яджибе, мэм бур савам зэне, вуаза барадап каштарзан тюре эфирда. Вара сывлых пергаваща марбулзан, тада манжут па, сывлых лапула стезен, и ргине, варан затонах ищен тюрех, зарядка думала. Шамбада пирым бебрли халя зарядка давар. Oh!
ураганзем, тогда сывых пергигаваща марбулзан, манжут по сывых лабуластезен, иргене саванашего кому лабумала. Всякий день вара зере ирбулзан каларам пушма поударать. Из ирхова ранью удар зане, таван разане, саван дарма поудара дар иргене, вазане пирам вконтакте сай три ушканра, мэлледи булин савам, чирзаха варза, епщав завам зане, вуаза барадап, тюрей ферда каштарзан, керар пирам вконтакте сайды, сай три ушкана, чирзаха варжа, ондам мэлледи булин, тен, чуравна гун бани удар зантен, мэлледи булин урох уяв, тен изир агаль, савам чирзаха варашан, савам юдашсем, савам эштешсем, дезе, манжут па вазем бире кураща булзан, вазем пиды саван еще булаща. Тогда шаванда шавушканра хезир чирзаха варма бударадар, пирен паинги, пирен бада паинги легенда ханавальды видузе, мумбай базире паваштарадап каштарзан. Халивара яван хибегех малла положат пара узового рубрика зэмбе, халива гочитреба вашма гороскоп па таргашин. Ты земсирень еще пызык темных уйерный телендерия, куахаль день мар. Щакщин земсирень пурныча карьерна пызык видим кюрещ, чуна савандарещ. Вагардем. Чун ридары гуду имне ан палырдар, щивых щиннырзень камалне ан хужер, каргажу зинжень сыхланыр. Дегрешсем. Мынь бурщинни каламачу хыды илерде, чаван бада кулинги хынахнаеш сембешеш апаланма кеджем буля. Щилдарзем десире кызыкла вырына щитсе келмес мейще. Раксем. Хукша деньгебе перегетли у закурмазан кайран хыдах югенметиве, ацарханулла булар. Арысланзем. Чунбиха старлых чилай эже кацке вахытрах пурнышлама, шивых шинзембе худшнузене лайх латма булыжа. Иты зеню мунже ятсум шинзельмете май паре. Херзем. Паяны зерчем зарпулзанда, иты земсирн бадала турданеш, чунриту им зне пылес шанчунеш. Щилдар земсире камбада булин чунаучса калашмазынеще. Таразазем. Кулинге хынахны ергерень кышпырынза куна кызыклада саванышлы иртерметр жыр. Скорпионзем. Лары дуру сире кирлебе киргелензе пыманны, ей тызем хызен тивежізне пурнышламанны камала хужа. Щилдар земсире кыштахкан малы планма, хывырыныш сембе кына апаланмазынеще. Ухажезем. Казакла проект не почень пожарма гивар буля. Ушкан башли зенька на щеденю зем булеч. Щак проект не пулах щенекам малышин зембе палашма майкеля. Тугадягизем. Чунри хирюду им зене и реге яны еврлаха керцевгеря. Хаврал радыдар. Выгавадра керля щене яр. Шевдеганзем. Кун кажака молдуем теми же гучен делжине. Принеджень кусиряющ сенджи чермавками булдаре. Тебринеджень вара пурныш пакелинме май паре. Пулазем. Мынь бур еврлаха ща кун шуде шаврыр. Еврлах семенжине урах куш пабы сайлер в земсире, чун ба шерпенме положаще. Ураганзем, те брохода за эльдередеб, урамра, шандала, кошт, оже тре, шавам бада, оже трдезе, шисси джуремиллимар, шамовдаган майора, маст, мажндесен, шамовдаган занди, шисси джурезен, чирлизе, кайма пударадр, мендума важи тогда, шагом бег сывых области, зен, чирлиз, мардезен, менджираши, шагом берги интернет, раз, специалисты, везем гаваши, мультивитамин зем, тарли мультивитамин зем, шмельдедеше, унчен, тухтор, багаваши, саймеле, мажндесен, мембур витамин зене, перлеешь мею рамас, хош призене уйра мишмелете, призене вара и ты витамин зембе перлеешь меле, кумберги, тухтырба калаш сабах мала. Тогда специалистам чирлес мардезен, нумарах хускал мала, тезе гаваше, шуран жюремеле, урамра ужилза жюремеле, жеган джухне, евреневе ган джухне, париги остановку шуран усанда юрат анжах таку ожа джухне, си Утваши сиве бу на джухне, пиде гурамра, ну мажури миллимар. Тогда ожирахтоган мала, ожат сасында урамра чандалок, шишсе жюри миллимар, каларамында ожирахтоган мала, хунрахтоган мала, пущине, шалектоган малы биргиде манзагай мамар, херзем вара тудор жихмала бирги манзангайр. Тогда прививка дузан юрат, прививка зенбирги, шамин бегех, тухтар зенбега ваш самых мала, грипран, и тычир жененджен, прививка Тузанда юрат. Тогда терес, тогда шайва жула абатван мала. Кун бирги, тогда каваща марбузан, терес абатван мала бирги. Шири псы лохла, тогда хитре, пуасы, терес
зарабатывание, ну, магилет, каваром, такой берги. Шагом мне чухне, шинхойне, лаях, терезабатывание, чухне, хойне, лаях, тогда выводует. Рацион терля, бачим, шрендомова. Унда, аж какай, пула, кербе, турах, тоборч, черебах, чашимеш, ума, жирва, майор, комба, юзендран, шеве, энешеве, шогорбу, мала. А бадаку не твад били худ сахал, вижебе, жимелле, кумберги, шагом берге, асратыдар. А батвану выходе и тва врах пумаламар кулленех ирхи кандарвахи абатсе кагава баджи тогда кашхи абатшмелле вырдазумен вара турх е кефир шмелле абада яван первого трашиметра шмала кувал абат хуранне тогда пыржи зане лаяхрах шлеме пугадикен сахарну мажме юрамас куне пилигу дачей кажа кенджену твамар сахар вырне пыл лаяхрах шизен анджахана вариджея хушмаламар узылвахи чагат пыла вариджея хушсан. Тогда Терес Абатван Малый Берги сыре ир бузан каларым да пушма пударат хали зырым вали яван гибегех абаджа тутлы пудар рубрика шын рецепт сырым вали паян таргашын. Сегодня в нашем меню средиземноморская кухня. Мы научимся готовить французские блюда. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Что мы будем сегодня готовить? Сегодня мы будем готовить закуску из вонгли под томатным соусом. Мне не терпится приступить, но для начала немножечко полезной и нужной информации об особенностях французской кухни. Французскую кухню можно поделить на региональную, народную и изысканную аристократическую. Традиционная французская трапеза может начаться с закусок, за которыми следует суп, затем основное блюдо, салат и сыр. Завершением трапезы служат десерт или фрукты. За французами закрепилось обидное прозвище «лягушатники» благодаря употреблению в пищу лягушачьих лапок. Однако это блюдо является скорее деликатесом, а не повседневной едой, и подается не во всех ресторанах. Жалко, мы не будем готовить сегодня лягушачьи лапки, к сожалению, мне очень хотелось попробовать. Но давай приступим к нашим блюдам. С чего мы начнем? Начнем с закуски из вонгли. Так, вонгли это вот что? Вонгли это вот у нас морские раковины. Так. Мы будем их потом обжаривать. Но изначально нам надо подготовить томатный соус. Для этого мы возьмем чеснок, базилик, помидоры. Помидоры у нас уже предварительно ошпаренные и зачищенные от кожи. Сейчас будем их мелко нарезать. Пока просто вот так. Да, главное, чтобы как бы чувствовались кубики. Немножко кубики, чтобы чувствовался вкус томатов. Понятно. Должно получиться в идеале, дорогие телезрители, так что учитесь у Александра, как это правильно делать. Когда их мелко нарубаешь, они тоже немножко сок дают. Угу. Затем добавим уже пробитые томаты. Это уже консервированные помидоры. Угу. У них немножко вкус другой. Консистенция более насыщенная. У нас, к сожалению, таких помидоров не растет. Затем возьмем базилик. Вот, вы можете мне помочь перебрать листочки, потому что ветки мы не будем использовать. Это для меня проще простого. А мы пока нарубим мелко чеснок. Ну, у нас соус пока готов. Угу. Практически уже. Можно мне подать соль с перцем? Пожалуйста. Соус у нас готов. Угу. Теперь нам надо будет обжарить в белом вине вонгли. Вонгли. Давай покажем вообще телезрителям, потому что они вот смотрят и думают, что такое вонгли. Вонгли, дорогие телезрители, это вот что-то такое вот экзотическое, морское. Оно сейчас живое? Да. Господи. Сейчас мы обжарим вонгли. Потом наливаем белое вино. Александр, с чего начнем? Начнем с вонгли, с нашей первой закуски. Значит, возьмем листья салата. Это он салат фризе. Угу. Вот, кончики можно оторвать. Положим как бы в центр. Угу. Также возьмем руку. Чтобы как бы получился такой у нас салатный микс.
Но они как-то очень похожи между собой. Ну, немножко есть, но по вкусу не отличаются. Угу. Тема. Это наши бедные ванголи. Да. А, их мы даже не убираем, просто я тоже хочу. Посмотреть поближе. У нас они идут как бы на вес. Сколько хотят, люди столько и себе взвесят. Можно и одну, можно и три. Так сколько здесь в граммах? Ну, здесь в граммах 300 грамм. Мне кажется, распробовать и объесться уже. Да, но это можно даже на 4 человека, ну, на компанию как бы. И поливаем соусом. В каждую ракушку. В каждую ракушечку, да? Чтобы они пропитали соусом. Так. Красота. Затем положим лук-резанец. Что за лук еще? Резанец. А, резанец? Ну, это наподобие нашего зеленого лука. Угу. Добавим лимончик. Лимончик, он придает кислиночку. Да, все морепродукты, рыба, все любят с лимоном. Вкусовой. Можно добавить также оливковое масло. А это оливковое масло еще сверху. Угу. Все, наши закуски готовы. Какая у нас красота получилась. Ганзем я ван гибегех тогда сирека лазабарас килет паян менбе павлжи паян гигун тогда менле уявзем же паян хавахсем хушинде паян мажорлану агентстве зен кунейкен чам бегех тогда паян хавахсем хушинде ословах па гуманизм е урхва Дарвин кун не павладоваше пинне загжер утмудватым щуда мускавра премер за парк ужелна пинне тогожер ало билик мащуда совет союзен правительстве Байконур космодром Шеклесы, пирги, ежену, туна. Тогда, пинде загажер тохармы шуда, Америка ри перлешули штатцен внутам иш президентже Авраам Линкольн журавна. Шаванбегех, шакун, шене эволюция теорине, негисленна Чарльз Дарвин кунчу дыгурна, шаванбаданды баян дарвинизм гумне паводоваща. Пинде загажер шитмар дохармы шуда, вырос философ и шеравжи Елена Рерих шуттенчене гильна. Пинде загажер сагурна бармы шуда, вырос балерине Анна Павлова журавна. Хоенчере Дочеравногу не паян расшей галах артистки Светлана Безродная поводовать. Пинде сагажер сагрунным, что удача ваш савожи Тарас Кириллов все равно. Пинде тогажер ширым закрым, что уда, че ваш савожи, ширавжи, толмаджи, че ваш республикан тавади вишли савожи, Александр Галкин кунчатый курна. Тогда халах календарьбе паян Василий Куне, чарджун занезана начак кун, кашкарзем улаще паузан, чидес вагатра сивидетте загавана, гивышся не пастыцан, жадаса кетне. Хэзен менельник зане паян Василий, Владимир, Григорий, Иван, Петр, Степан, Федор, ятважинзем, паладоваще. Тогда в лаза бараски лет изир пирам вконтакте сайтри ушка нрачиш заговар на самам зане, ирогун будар хизепле ирбузан каварма ерцы бараган. Зем тогда телеграф же зем тезе ширяще паянхи илем леде сава куны бир ядерне райнанджи тури аджак явенче пуранаган Долгова Валентина Васильевна на шурану гуняджибе ошан завам ватпар хак вода юратна аннежем и бир виже ивале Сергей Евгений Костя пире чудо танже илем не кунжуды парни лежен парни ленежен менбеже крен ош пилле шиндерзе вренце каварза шиндуза пурнажен пызыкта ан Вашу лечение дратно жен ожа за максим гаваза тавдуза шереджиди пужа таятпар. А че дюхне и для меня ниде был на боле, он за трансивы с мах покюрендер ниде был на боле, кажар замбире. Сана нежем чаваш юмани бег шире псывлах, чаваш сурбани бег вором кунжул, а на жу телезу на отпор, каш сирен шиверма вырцан канлих пудр, ирдарзан ирвах пудр, пара уинже пурлах тебра уинже ирвах, вазанеге тсажереме шире псывлах пудр. Шержинче мен джухле хуран чава джухле
за саван за пуран, ожа за махсем же мне хуже на ганзем, мажара Михаил же вам бегех мишен пичес же мне инге же зем, мен бур, шилах тваня зем. Ебирде, савам лад пор долго Валентина Васильевна на, Валентина Васильевна вали, павлах, ебир савана шо юры варца барашин, каргашин. Садитами, конечую рибу селами, меня буратованным тадрасаваса. Худкуба за косами, щенькую рибу селами, тавра я шкерем тадралчуста. Худкуба за косами, щенькую рибу селами, тавра я шкерем тадралчуста. Чешки не шур засан, хелелёши не дуй засан, Чирилы бичи, та-да, тут лара. Тована-тована, сам-сасан, Берни-берни, ир-сусан, Бур-наш-пуле, та-да, лай-гра. Ты не тухари, юрла, юрла, дошла ри, через инчехем лендер будковай. Кереке не ларари, дала наса юрлари, ялан впереди украл нарвай хова. Кереке не ларари, дала наса юрлари, ялан впереди украл нарвай хова. Чиешечки не Чур засан, хевелёш и не дуй засан, Чирил и бичи, та-да, тут лара. Тована-тована, сам-сасан, Берни-берни, ир-сун-сан, Бур-наш-пуле, та-да, лай-гра. Чешки не Чур засан, хевелёш и не дуй засан, Чирил и бичи, та-да, тут лара. Тована-тована, сам-сасан, Берни-берни, ир-сун-сан, Бур-наш-пуле, та-да, лай-гра. Тована-тована, сам-сасан, Берни-берни, ир-сун-сан, Бур-наш-пуле, та-да, лай-гра. Уважаемые телезрители, сегодня мы с вами разговаривали о том, как быть всегда здоровым, как не заболеть. И, собственно, поэтому у нас сегодня в гостях врач-педиатр Светлана Корсакова. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Ну, Светлана, как вы проснулись, каким настроением? Вообще привычно вам так рано просыпаться или попозже всегда, ну, просыпаетесь, стоите? В принципе, мы готовы к таким ранним пробуждениям, потому что врачи часто бывают очень рано, уже на работе. Ну, и тем более, ну, детские врачи, педиатры, наверное, еще и раньше встают, наверное. Да, конечно, нужно всегда и свои домашние дела успеть делать, чтобы быть вовремя уже на работе. Ну и, собственно, ближе к теме. Ну, ходят слухи, есть такие стереотипы, ну, в народе обычно всегда принято такие вещи обсуждать, то, что вот эпидемия, там, грипп, все дела. На самом ли деле это так вообще? Чем это опасно? И, ну, эпидемия вообще, она, есть ли она или, ну, как бы это нормально, то, что люди, взрослые и дети
болеют, у них насморк и вот, ну, все такое. А вообще, чаще всего как раз именно на февраль приходит пик заболеваемости респираторными заболеваниями. Здесь надо немножко различать, да? Есть вообще ОРЗ, острое респираторное заболевание. Это заболевание дыхательных путей. Из них 95% вызываются вирусами. И тогда мы называем это острая респираторная вирусная инфекция, ОРВИ. И из них же еще есть вирус такой, как грипп. Почему его выделяют отдельно? Потому что он очень контагиозный, то есть быстро заражаются им и очень имеет много тяжелых последствий, особенно для детей, для престарелых, для тех, у кого немножко еще не настолько крепкий иммунитет. Да, сейчас, ну, самый пик, можно сказать, и здесь важно не пропустить какие-то, может быть, первые моменты и заниматься очень профилактикой. ОРЗ и ОРВИ, в общем, это разные вещи, и, естественно, они, наверное, проявляются по-разному и требуют, ну, естественно, разного подхода к лечению, да? ОРЗ – это общая группа. Из них вот вирусы – это ОРВИ, еще есть где-то 5% вызываемые бактериями. Они проходят намного тяжелее, но, слава богу, их только 5%, да? Разница какая? Здесь лучше поговорить про разницу гриппа и ОРВИ, да? ОРВИ – это то, что все привыкли и называют простудой, да? И грипп отличается тем, что начало резкое, то есть резкое повышение температуры до 39-40 градусов идет. Чаще ломота в суставах, да, очень сильное потоотделение и болит, можно сказать, все тело. А если мы говорим про ОРВИ, то это, ну, немножко покашлял, немножко нос потек, да, и вот такие вот вяло текущие инфекционные процессы, это чаще ОРВИ. И там максимальная температура 38-38,5 чаще всего, да. И вот эта вот разница важна, потому что если это острое начало, то это больше за грипп, и лучше здесь сразу обратиться к врачу. А ОРВИ у нас люди привыкли уже сами лечить и, в принципе, неплохо справляются. Но если мы говорим о детях, то все-таки лучше, конечно, обратиться к специалисту. По поводу антибиотиков тоже, ну, в народе ходят всякие слухи. Кто-то говорит то, что вот нужно сразу пить антибиотики, чтобы все на корню пресечь это все. Кто-то говорит, что нет, потому что, ну, антибиотики – это все-таки какие-то, ну, очень сильно действующие лекарства. И особенно детям не стоит давать антибиотики. Лучше обойтись народными средствами, бабушкиными, там, молоко с медом или, ну, вот что-нибудь такое. Что скажете по поводу этого? Здесь важно понимать, с кем мы разговариваем, да? А если это педиатр, то он знает своих детей, которые на участке, и знает их историю, да? Есть те, у кого действительно очень слабый иммунитет, и, может быть, им стоит сразу начать серьезную терапию. Но чаще всего, если ребенок достаточно, ну, здоров, и, в принципе, у него не так много эпизодов ОРВИ в течение года, то лучше, конечно, дать сначала иммунитету самому побороться с инфекцией. Если же не получится, то уже прибегать к серьезным методам. Мы дома вообще не сторонники антибиотиков. Мы предпочитаем все-таки, во-первых, заниматься профилактикой, а во-вторых, уже сначала не сильными, скажем, средствами. К не сильным средствам, кстати, стоит отметить, здесь противовирусные препараты. Очень тоже любят их, особенно в аптеках. Но сейчас все эти фероны под большим сомнением, и у них нет доказательной базы для того, чтобы их использовать всем подряд однозначно. Ну, то есть в любом случае нужно пообщаться с терапевтом, с врачом, и уже чтобы он назначил лечение. Ну и опять-таки по поводу различий вот разных болезней, по поводу антибиотиков, как что лечить. Ну вот вы сказали то, что до 38 градусов из температуры это простуда, ну, так скажем, по-простому, да. Выше это уже что-то серьезное, это уже грипп. Вообще, нужно ли стараться сбивать температуру, или это, ну, нормальный процесс, который проходит в организме, и, ну, не нужно как бы что-то, какие-то действия предпринимать? Хороший вопрос. Сейчас тоже все чаще об этом говорят, что если температура переносится хорошо человеком, он сильно не страдает, не выражена интоксикация у ребенка, да, если мы говорим про детей, то и сбивать особо не нужно, потому что таким образом организм как раз борется. И если мы подавляем его борьбу, то через какое-то определенное количество раз он просто перестанет бороться. Да? Таким образом мы добьемся того, что снижается свой собственный иммунитет.
Поэтому, если температура не такая уж и высокая, и ну, не так уж тяжело, то лучше, что делать тогда лучше? А если мы говорим про детей, то ни в коем случае нельзя бабушкины старые способы использовать при растирании спиртом, потому что при этом очень много влаги теряется. И если мы не знаем, например, что у ребенка высокая судорожная готовность, то можно и до судорог дойти именно после обтирания спиртом, выше вероятность. А обтирание водой теплой, например, да, вода будет испаряться с поверхности кожи и как бы таким образом физически снижать температуру, да. Ну, а вот чай с медом или с малиновое варенье и вот это вот укутывание одеялом и вот нужно вот сильно вот пропотеть, это помогает? Теплое питье всегда рекомендуется при вирусных инфекциях, да, это обязательно. А здесь важно понимать, чтобы не было аллергии, да, опять-таки, если мы говорим про детей, потому что там неизвестно, когда чего ожидать, и мы даже на банальную, казалось бы, ромашку иногда видим такую сильную аллергическую реакцию. А, поэтому, если вы уверены в том, что у вас нет аллергии ни на малиновое варенье, ни на мед и так далее, то хорошо. Плюс важно помнить, что это все-таки сахара, углеводы, и это хорошее питание для бактерий, в том числе для вирусов, да, они могут за счет этого размножаться. Поэтому, когда, ну, ты болеешь, слишком переусердствовать со сладким не стоит. Не стоит. А вот высокие дозы витаминов, особенно витамина С, будут очень хорошо помогать. Ну, витамин С – это цитрусовые. Опять-таки, если нет реакции, да, ну, да, у организма. Да. Ну, по поводу профилактики тоже хотелось бы поговорить. Вообще, что нужно делать, чтобы вот с этим совсем, о чем мы сейчас разговаривали, не столкнуться? А, да, важная на самом деле тема. Лучше заниматься профилактикой, чем лечением. И вообще профилактика – это медицина будущего. А сейчас я занимаюсь непосредственно как раз профилактикой, и мне это больше нравится, чем уже лечение. Да, потому что многое можно предотвратить. Например, про вирусы. Да? Если мы говорим про вирус гриппа, то он сохраняется в помещении еще несколько даже дней и часов после того, как, например, кто-то кашлял, да, или чихнул. Поэтому важно находиться в помещениях больших, проветриваемых хорошо. И все-таки в скученность, да, где очень много народу, пока в пик заболеваемости, может быть, и не стоит да, посещать такие мероприятия. А дальше, если мы говорим про профилактику, здесь важно еще, насколько увлажненная слизистая. Поэтому использование увлажнителей, особенно у детей в детских помещениях, это все-таки необходимо в данный момент. Общий иммунитет важен, то есть закаливающие процедуры, они не должны быть начинаться именно сейчас и в полном объеме, они должны постепенно быть, да, и увеличиваться. Но заниматься этим стоит. Правильное питание, опять-таки, да, для того, чтобы полный состав микроэлементов и витаминов тоже организм получал. А по поводу масок, использования мазей, это тоже сейчас абсолютно под вопросом, не доказано это все. И если это вас успокаивает, то это, конечно, можно использовать. Но такого научного обоснования это не имеет. Тем более, если мы используем маски, их надо чаще менять, потому что наша собственная микрофлора тоже там оседает и тоже может размножаться, и мы же ее же можем назад, да, вдыхать. Что еще? Про фероны мы сказали, что они не доказаны эффективности. Часто надо и мыть руки обязательно, да, то есть правила личной гигиены никто не отменял. Если мы приходим с улицы, то лучше переодеться, да, иметь домашнюю одежду. А таким образом, если что-то мы с собой принесли, то оно остается на одежде. Спасибо большое, Светлана. Наш разговор мы обязательно продолжим после небольшого перерыва. Сегодня у нас в гостях врач-педиатр Светлана Корсакова. Телезрители, напоминаю, сегодня у нас в гостях Светлана Корсакова, врач-педиатр. Светлана, ну и по поводу профилактики вот болезней,
по поводу профилактики ОРВИ, гриппа, опять-таки, возвращаясь к стереотипам, к бабушкиным методам, так скажем, помогает ли в профилактике, ну, такие методы, когда, вот, допустим, вот ожерелье из чеснока или там вот нарезать на тарелку мелко лук, и чтобы в комнате пахло, ну, вот луком, помогает ли это? С одной стороны, конечно, это природные антоциды, да, это тоже антибактериальные такие агенты, но, опять-таки, если мы вернемся к исследованиям, то доказанной эффективности от этого нет. С другой стороны, эффект плацебо никто не отменял. Если мы будем уверены в том, что это помогает, это будет помогать. А что касаемо гриппа, здесь еще такая есть такой нюанс, что человек заразен за сутки до появления симптомов. То есть мы, в принципе, можем и не знать, что мы проконтактировали с тем, кто уже носит в себе агент инфекционный. Вот, поэтому от многих факторов сразу зависит, и это настолько вот многоходовочка у этого заболевания, что, наверное, просто должен быть хороший иммунитет изначально и правильные навыки вот личной гигиены и оздоровления, правильное питание. Ну, в общем, если, так скажем, подведем итоги, чтобы не заболеть, как, ну, профилактика, сейчас вот в самый разгар таких вот болезней не стоит посещать места с большим скоплением людей, потому что, ну, там... Носители могут да, быть. Да, риск большой. Ну, нужно побольше дышать свежим воздухом, заниматься здоровым, ну, активный образ жизни вести, заниматься спортом, возможно, закаляться. Это же, ну, тоже помогает. Да. Естественно, должно быть правильное питание, нужно пить витамины, а вообще лучше, ну, общаться с врачами, с терапевтами. Ну, и, собственно, они уже подскажут, что нужно делать. Да, сейчас, наверное, уже must have иметь врача, который знает полностью и всю семью, и ребенка с его момента, может быть, даже зачатия, если мы не говорим про с момента родов. Потому что если специалист видит картину полностью, а не видит первый раз ребенка, то он уже будет знать, как ведут заболевания у себя у этого ребенка и что ему поможет. Ну и если уж так случилось, что ты все-таки заболел, то, естественно, в первую очередь нужно лучше обратиться опять-таки к врачу. Ну а если возможности нет, то народные методы лечения, опять-таки, чай, мед, малиновое варенье и все дела. Ну и, собственно, эффект плацебо, да? Да. Если чаще всего родители, чем старше, они уже знают своего ребенка и знают, что ему помогает. Вот. Но бросаться, сметать полки и аптеки точно не стоит. Нужно очень грамотно подбирать терапию, потому что мы говорим о том, что вирусы сейчас очень быстро мутируют, и если мы будем все больше и больше использовать лекарственных препаратов, то они будут к ним устойчивы. Понятно. Светлана, спасибо большое, но у меня еще есть один вопрос. Я знаю, что вы не только врач-педиатр, но еще, ну, так скажем, наверное, педагог. Я не знаю, как это называется, педагог для родителей. Я знаю, что вы являетесь руководителем клуба осознанных родителей. Что это за клуб? Что там делают родители? Что означает быть осознанным родителем? Да, есть такое у нас, можно сказать, хобби. Хотя, с другой стороны, это та же профилактическая работа. Да? То, на что не хватает времени на приемах в поликлиниках, мы стараемся этим как раз заниматься. К нам приходят родители, планирующие свою беременность, родители, которые уже ожидают малыша первого, второго, третьего, здесь абсолютно не важно. Кому интересно знать и понимать, почему нужно делать определенные какие-то техники, да? Кому недостаточно, что им просто сказали, делайте именно вот так, да? Допустим, раз в день умывайте ребенка именно в таком положении, и там, если мальчик, то, допустим, неважно спереди-назад, да? А если с девочкой, то обязательно спереди-назад. И вот, то есть... Это родители, которым важно, чтобы их ребенок был здоровым, и чтобы они понимали, что для этого нужно делать и почему. Мы приглашаем специалистов, которые достаточно известны в своей сфере, и которым, может быть, не так легко попасть. Но их, например, хотят услышать, хотят им задать вопросы. И для того, чтобы это по времени, может быть, не было настолько длительно, они сейчас приходят, все вместе задают свои вопросы. Если у них все-таки остаются какие-то индивидуальные, то они уже приходят дальше к специалисту, если они поняли, что это их врач. Для меня понятие осознанный родитель – это, наверное, как раз
не следование шаблонам старым, а желание разобраться в том, что есть новое, какие есть новые исследования, новые рекомендации Всемирной организации здравоохранения, наши, российские. И они стараются идти в ногу со временем. И они полностью чувствуют свою ответственность за ребенка. Не перекладывают ее ни на кого. Ни на специалиста, ни на бабушку, ни на соседку, которая что-то посоветовала. Они полностью несут ответственность сами. Ну, то есть это клуб, ну, в двух словах, как раз и клуб, где будущие и уже действующие родители могут познакомиться, ну, так скажем, с новинками здравоохранения, о том, как нужно правильно готовиться к рождению детей. И, собственно, когда они уже родились, как правильно, что вообще делать с детьми, да, когда они родились? Потому что часто бывает так, что если в роддомах мы берем, если мамы до этого не посещали курсы никакие, и у них не было опыта общения с с новорожденными, то для них это бывает очень стрессово. И они действительно не понимают, что с этим делать. Потому что голова пытается сообразить, природные инстинкты тоже включаются, это иногда идет в диссонанс, и тогда мы понимаем, что здесь уже депрессия, например, может быть. И очень важно в этот момент маму поддержать. И для здоровья ее, и для здоровья малыша, и для сохранения грудного вскармливания, что мне особо важно. Ну, по поводу мам, понятно. А часто ли бывает такое, то, что к вам в ваш клуб приходят, так скажем, папы? Это, ну, как это вообще? Ну понятно, я вот не могу сказать. Я как мужчина пошел бы я в такой в клуб, или я бы сказал, допустим, супруге, ты иди, потом там расскажешь мне. Папы ходят? Да, да. И их все больше и больше. И это очень радует. Сейчас уже, мне кажется, ушли от стереотипа, что роды, рождение ребенка и воспитание – это только женская обязанность. Все больше именно мужчин, которые пришли к этому, вот именно к осознанности и к ответственности за свою семью и за своих детей, они тоже интересуются, что нужно делать, как нужно делать. Чаще всего, например, про купание, если мы говорим особенно новорожденных, это легче дается мужчинам, потому что у мамы у нее много эмоций, у нее гормональные перестройки идут после родов, она очень тревожна. Ребенок это чувствует, и он начинает тоже тревожиться. А папы, они более спокойные, они просто берут технику, они знают, мы как раз все показываем, и они все спокойно делают. И малыш доволен, и мама немножко передохнула. И папа счастлив, что он вносит такой вклад. Причем сейчас еще все больше становится мужчин, которые готовы и на роды пойти вместе, да. Потому что они понимают, как важна поддержка его супруги. И это, во-первых, а во-вторых, они сами хотят первыми принять ребенка в свои руки. Если, тем более, это долгожданный ребенок, что сейчас очень часто. Если родители к этому шли долго и с какими-то трудностями, то для папы важно быть. Ну, в общем, отцы, они такие, ну, более хладнокровные, чем мамы, и поэтому им вот эти всякие процедуры, допустим, даются легче, да, я ведь правильно понимаю? Да, это все правильно. И здесь очень еще такой интересный момент, что часто мы приглашаем психологов и детских, и по взаимоотношениям, потому что если пара существует в гармонии, если у них между собой все хорошо, скажем, да, то и ребенок это все считывает, он чувствует, он себя считает причастным к этому, и он более счастливый. И даже по моим наблюдениям, чем напряженнее ситуация в семье, тем чаще болеют дети. Есть такая связь. Психосоматику, в принципе, никто не отменял тоже. Поэтому об этом важно помнить. А что касаемо детского психолога, то она тоже папам рассказывает, что первые полгода, да, это полтора года, это больше фаза мамы. И здесь мама больше ответственна за ребенка. Но это не значит, что папа не участвует. А в полтора года, с полутора до трех, подключается крупная моторика, когда важно, и вот первые какие-то спортивные навыки, то здесь уже фаза папы. И мама тоже, я думаю, это чувствует, что вот в полтора уже начинается отделение, и ребенок больше из поля матери переходит к отцу. Если он до этого никак не участвовал, то он может и потом не включиться. Понятно. В воспитание, в принципе, да? Ну, в общем, главнее всего погода в доме, как говорится в одной песне. Если погода, ну, так скажем, атмосфера хорошая, такая доброжелательная, то и болеть дети будут меньше, да и вообще, в принципе, все будет хорошо. Да, обязательно, конечно. И когда мама с папой в одном направлении смотрят и понимают, что они делают и зачем, то
они и какие-то ненужные, скажем, советы не воспринимают. Потому что часто бывает, что мама сомневается, и здесь, может, и соседка что-то сказала, и более старшее поколение. К сожалению, не все старые советы действуют, а если мы говорим про не новорожденных, то там вообще очень быстро все меняется, и всегда новые рекомендации нужно быть на, ну, держать руку на пульсе, скажем. Ну и, собственно, почему бы нам сейчас вот не обсудить какой-нибудь вопрос, который вот вам в вашем клубе чаще всего задают мамы и папы. Тоже для наших вот телезрителей, так скажем. Мало ли, может, у них вот есть такой вопрос. Какой вот самый обсуждаемый вопрос в вашем клубе, вот когда вот приходят к вам родители, мамы или папы, что в первую очередь они у вас спрашивают? Ну, вопросов у них на самом деле очень много, да. Можно, наверное, обсудить вопрос по грудному вскармливанию, потому что очень много есть стереотипов и мифов вокруг этого. Опять-таки, да, бабушкины вот эти вот. Да, и приходится чаще, когда ведешь работу с родителями, еще вести и работу с бабушками, объяснять им, почему это уже не актуально, почему сейчас уже новые какие-то мнения на этот счет. Но если всем объяснить, и папе в том числе, то поддержка будет от них колоссальная. И это очень важно для мамы, особенно которая в первый раз стала мамой. И, может быть, как раз и для этого наши женщины, когда приходят к нам в клуб, они приводят с собой мужчину, чтобы он послушал, впитал эти знания, и когда она немножечко будет на эмоциях, он как бы ее вернул в реальность и сказал, все у нас будет хорошо, все будет замечательно, да? Ну, к вопросу, например, самый частый – это мало молока, да? То есть очень часто переживают мамы, что у них не хватает. А почему они так думают? Потому что ребенок беспокоится. Но здесь важно понимать, что это скорее самая последняя причина, почему может ребенок беспокоиться. Здесь важно опять-таки знать полный анамнез, да? Какие были роды, как была беременность протекала, что у нас потом было, находился ли ребенок в реанимации, у него какие-то заболевания есть. То есть беспокоиться он может по многим поводам. А чтобы понять, хватает ли молока, достаточно просто посчитать, сколько он сикает, и все это будет понятно, потому что питание, оно должно выйти после того, как оно используется. И здесь определенные тоже есть нормы. Я всегда говорю нашим мамам, когда они приходят, пишите, звоните, лучше мы будем с вами решать вопрос в изначальном вашем, да, каком-то запросе, чем когда это уже 10 раз разными специалистами оговорено, и потом мы уже разбираемся с перевода, даже с возвращения к грудному вскармливанию, что, в принципе, тоже возможно. Сейчас очень много стало мам осознанных, и которые выбирают все-таки грудное вскармливание больше, чем искусственное. Понятно. И даже возвращаются с искусственного. В общем, если опять-таки сделать итоги, то родителей, конечно, слушаться надо при воспитании родителей, но все-таки опять-таки... Своя голова. Да, своя голова должна быть, и, естественно, нужно как можно больше брать консультации у специалистов, у педиатров, у людей, которые, разбираются в этом и которые знают последние новости, так скажем, из мира медицины в этой сфере, так скажем. Ну и, Светлана, напоследок пару секретов здоровья уже лично от вас. Какие-то, может, у вас такие традиции есть соблюдение здорового образа жизни именно в вашей семье? Буквально вот пару слов для наших телезрителей. Я, наверное, начну с того, что все-таки должен быть стабильный психоэмоциональный фон. Гармония должна быть внутри семьи и должна быть по отношению к ребенку тоже. Любовь должна быть не только между родителями. Они должны не стесняться проявлять ее и к своему ребенку. Также важно, конечно, правильное питание, да? Если есть возможность, позволяя здоровье, то заголивающие процедуры по нарастающей, там тоже определенные схемы. Наверное, просто быть уверенным и счастливым в своем иммунитете, да. Спасибо большое, Светлана, за эти советы, да и вообще, в принципе, что пришли к нам. Я буду рад, если мы будем видеться чаще и будем чаще общаться о здоровье. Спасибо большое. Большой радостью. Уважаемые телезрители, передача «Ирбулзан» подходит к завершению. До новых встреч. Будьте здоровы.
шелем агрлат пар юдашпа. Удак пар качхи урамба. Хаватта шамрак егетин. Пире кучке зеще херзем. Анчахте зем машина рачеш ярым зачу веще. Пире куче гетке зем везине или клеще. Тазадам и за юрану и мир парни лешен. Чумбабу янку мне меньшин чистый смеще. Женить мало лака щигула, тащда да щице курмала. Удак парду спа и кенех, черзем кучке смеще тигех. Yeah.